вечір. В ефірі Радіо Майдан. Сьогодні п'ятниця, 28 квітня. Це означає, що в нашій студії спеціалісти, психологи, з якими ми реалізуємо такі проекти, які направлені на допомогу військовослужбовцям, на допомогу волонтерам, на допомогу родинам військовослужбовців, які знаходилися в зоні АТО. Саме тому до нас в студію завітали Юлія Загурська, психолог управління ДСНС України в Кіровоградській області, та Олександр Пустовий, психолог Центру реабілітації військових «Компас». Я вас вітаю. Дякую, що завітали. І готові до роботи в прямому ефірі. Нагадаю, що ми приймаємо ваші телефонні дзвінки, готові відповідати на ваші питання. Саме тому телефонуйте за номером 32-29-78. Задавайте питання, ви можете себе не називати. Ми приймаємо дзвінки на анонімних засадах. Якщо у вас питання, яке потребує більш серйозної бесіди або окремої зустрічі, також телефонуйте поза ефіром, залишайте ваші координати. І фахівці центру «Компас» з радістю нададуть вам всіляку фахову підтримку. Власне, сьогодні говоримо про стрес і про те, як з ним боротися. Власне, колеги, вам питання як до експертів, як до фахівців. По-перше, як виглядає цей страшний звір стрес, як його розпізнати і що необхідно робити для того, щоб з ним поборотися і, власне, подолати. Хто розпочне? Ну, во-первых, стресс не так страшен. Так. И стресс, он не так страшен стресс, как его малюют, да. Так, Юля? Угу. Стресс бывает как положительный, так и отрицательный. То есть нужно понимать, что свадьба – это тоже стресс. Никогда бы не подумала, на самом деле. Рождение ребенка – это тоже стрессовая ситуация, правильно? Наоборот, у нас так привыкли трактовать такие события, знаете, как радостную какую-то. Даже никогда и не анализировала. Не поверьте, в тестах свадьба личная приносит стресс больше. Чем не личная, да? Нет. Ну, чем гибель товарища? Ой-ой-ой. Не родственника. Мы говорим о товарище, да, мы не говорим о боевом товарище, мы не говорим о выполнении боевых заданий, мы просто говорим о гибели, либо же смерти кого-то из друзей. То есть это на одной планке? Нет, это выше. Свадьба еще выше находится лично. Еще свадьба, хуже, собственно, свадьба, да. Развод, они находятся примерно в одном уровне создания стресса. Их намного выше, чем потеря некоторых близких людей. Ничего себе. Так, есть хорошо. Есть такой тест Холмс РГ, можно посмотреть, какая оценка идет, каких критериев. Ну, самый высокий – это, конечно же, гибель члена семьи, мужа или жены. Это он считается самым высоким на сегодняшний день. Так, ну, как бы по системе тестирования. Хорошо, скажем, кто-то из наших слушателей, зрителей сейчас вот так проанализировал события, которые происходили с ним или с нею, и понял, что вот у него был стресс. Позитивный или негативный, или что делать? Вот есть ли разница, да, вот знака этого стресса, плюс это или минус, что необходимо начинать делать для того, чтобы из этой ситуации выйти? Ну, в принципе, надо понять, что это стрессовая ситуация действительно, да, вот если мы говорим даже позитивный, свадьба ребенка, да, когда приходит ребенок и говорит: мама, папа, я там женюсь или выхожу замуж. Угу. Что нужно родителям? Принять эту ситуацию. Потерять сознание. Ну, это вот реакция, ну, да? Обычно, да. Принять эту ситуацию, да? И как выходит планирование. Так. Так же самое, и это получается и в стрессовой ситуации. Но если мы говорим об участниках АТО, так, здесь немножко по-другому. Потому что когда они находятся там, их выводить со стресса нельзя, потому что это оно защищается, да? Это психика, она собирается. Да, реакция идет на стресс. Одна из форм защиты будет, которая, да, поможет. Если оттуда, ну, то есть мы говорим уже о том, по... что человек реагирует нормально на ненормальные обстоятельства, это нормально, в которых он оказывается. Это вполне, правильно? Нормально, потому что это помогает выживать. Он аккумулирует все силы, стресс. Там выброс крови, адреналина, кортизола, угу. И мобилизируются все силы. Другой вопрос, сколько он находится в этом состоянии. И сколько можно находиться в этом состоянии без, ну, скажем так, вреда для здоровья, для человека? У каждого... Свой личный, да, запас энергии и, ну, расход сил, вот, насколько человек это все вот может этим управлять. Ну, хорошо, собственно, определились, поняли, вернулся человек, что делать? Вот как? Вот мы поняли, да, что вот что-то приключилось. И что дальше делать? Момент, вопрос, насколько это накапливается, потому что когда это событие одно за последний год или за полгода, это одно. Когда их будет даже мелких 3-5, то есть он имеет смысл накапливаться. Начинается напряжение происходить. И потом, ну, как бы я это наблюдаю, как бы по одной простой, возьмем шкале, да. Первое, мы начинаем с чего? С настроения.
после настроения у нас происходит уже, зарождаются определенные эмоции, либо позитивные, либо негативные. Потом приходим к стрессу. Давайте разъясним. Настроение сейчас мы дойдем. Какое? Сейчас минус постоянный или сейчас, скачки? Сейчас мы то же самое пройдем. То есть настроение, эмоциональная составляющая, возьмем эмоции, потом уже стресс, а за ним уже в какую сторону его повернем. То есть если мы говорим о негативных последствиях, то есть фрустрация, потом агрессия, апатия, депрессия, суицид, то есть вот так вот оно все происходит. Все начинается с настроения, которое зарождается. Настроение влияет абсолютно все. Хороший свет, освещение. Видите, нам тут не грустно все-таки, да, пока. Нам светло. Тепло, светло. Светло, тепло, приятно дышать, не сухой воздух, не повышенная влажность, нету плесени какой-нибудь. Опять же, вода чистая есть, да. Видите, все хорошо, все сложилось. А все остальное начинает создавать стресс. Стресс, как он зарождается? Накапливается, накапливается, и организм начинает себя защищать. Вопрос, как он его будет защищать? Первых 2-3 минуты, конечно, головной мозг даст команды, определенные действия, да, повысится, там, начнет работать железы внутренней секреции. Вопрос, насколько? На несколько минут. А если стресс будет проходить несколько дней, у нас начинается напряжение внутреннее. Как в мышцах, так и в голове, будем говорить, да, на человеческом языке. Накапливается, 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 и потом мы начинаем рушиться. Чем больше будет создано давление, тем быстрее пойдет разрушение. Стресс везде есть. Стресс есть просто в обычной жизни, когда вы непрогнозированный результат получаете. Да, вы приходите, то есть, ну, фрустрируетесь понемногу. Вы пришли на сверху в Облэнерго или в Горгаз, а сверка как-то вообще не так, как строится, как вам хотелось. Или вы заполняете Е-декларацию, или вы пришли за землей, и оказывается, землю получают все, кто угодно, кроме атошников. То есть, ее ждут не всем, только атошникам. Мы берем момент, вот атошникам. Оказывается, пока атошники были в АТО, в это время уже, ну, говорит, ну, я не буду говорить наши власть имущие, кто именно конкретизировать, но тем не менее, а уже и просто право получения земли под застройку, право получения под сельхоздеятельность, право под сад, огород, да, под гараж. Вот это все накапливается. То есть вы приходите, а ваши ожидания не совпали с результатом. Это и есть фрустрирующий уже момент, который вас будет додавливать. Вопрос, перерастет ли он полноценно в фрустрацию, либо просто будет частично стрессом, и вы в это время как-то будете либо защищаться, кто-то будет агрессивно себя вести больше, кто-то меньше. Это все связано не только с боевыми действиями. Не совпадают ожидания, не совпадает это с вашим фоном, не совпадает с вашим настроением, и вы начинаете рушиться. Все просто. Но такой... что делать? Вот что я делать? Вот хочу сказать, вот такой маленький пример. Как вот там, да, вот есть такие случаи были, приходят ребята и говорят, они не слышат запах носков. Это нормально, потому что там они живут в таких условиях, да, где там в окопах, в блиндажах, в палатках, ну, есть такие вот условия. И организм как защищается? Он отключает эту функцию, и он ее не слышит. И то приходит. Есть этого раздражителя просто нет. Да, ну потому что это же надо как-то, да, это же нужно жить дальше, нужно выполнять поставленные задачи. И вот так вот организм защищается. И когда он возвращается, он его действительно дома не слышит. Это может быть таким одним из фактов, который появляется в семье. Жена слышит. Бытовой компонент, да, который способствует. Да, а он не слышит, и он действительно его не слышит, этот запах. То есть тоже нужно возвращаться, начинать там запахи ощущать, как что пахнет, да, цветы вспоминать, забывается вот тут все. И вот приходить к тому, чтобы включить эту функцию, что она работает. Да, это может быть, это есть. Это нужно вспомнить. Ну, звуки вы тоже становитесь все хуже слышать, потому что постоянный грохот, и вы все высокие, такие, ну, хорошие, да, звуки громкие, вы их просто половину пропускаете. Поэтому телевизор вы слушаете до того, вы слушали на 6, на 8, приезжайте, 13-15, все. И это тоже может возникать, да, и пока вы не начнете момент непонимания. Да, конечно. Дома никто не понимает, почему ты все любишь громкое там, или еще что-то шумное. Как бы это, потом почему-то это еще агрессия подкрепляется, ну, как бы и не подкрепиться. То есть вы съездили, приехали, ну, смотрите, элемент первого стресса, который создается, мы будем говорить про макулатуру, документооборот, да. Как у нас присваиваются участники АТО, ну, они как выехали, да, в зону АТО. То есть, когда прибыли с момента. Участники боевых действий, с момента вступления в боевой конфликт. Есть люди, кто провел год в АТО, в боевых действиях. Ну, мы говорим про мобилизацию. Год. Приехали с АТО, еще год подождали документы, пока придут на них. Они 2 года платят коммуналочку по полной. Уезжали на войну по 70 копеек, приехали по 7 гривен. Вы приезжаете, и здесь вот это все происходит дома, каша. Семья не может перекрыть 2 года материальные недостатки. Вы не можете выходить, потому что упираетесь в оборот документации. И что делать в этой ситуации? А вот что делать здесь, надо все-таки начинать с самых низов. Начинаем мы все-таки от настроения. И выходит, на самом деле, вот если сейчас посмотреть на ситуацию, что да не война их травмирует, да. На самом деле, да, здесь по месту. Там они выживают за счет этого стресса. Они-то приезжают, оттуда они приезжают, ну, единицы. Ну, основная вообще задача – правильно подготовить к тому, чтобы стресс-факторы проходили более косвенно, как бы там где-то рядом для них, чтобы не сильно травмировали. Лучше сделать, конечно, адаптацию к боевым действиям, чтобы им
подготовить их. Зачем нам, грубо говоря, заниматься реабилитацией 500, если у нас выпадет только трое? Вот это и есть профилактика. Мы готовимся, мы делаем профилактику там, и мы делаем ее здесь. Все начинается с низов. Это должно быть предварительное помещение, аккуратно. Человек должен приехать и понять, что он в безопасности. Приятные запахи, хороший свет, вкусная пища, потому что у меня есть коллеги, которые 9 месяцев ели, вы не поверите, вареные кабачки. Ни муки, ни подсолнечное масло там просто не было возможности получить. Есть сникерсы и вареные кабачки. Ну и карамелька вместо мозаики. То есть вопрос, как это будет травмировать? Я думаю, вареные кабачки будут травмировать через 20 лет. То есть стресс-факторы, которые происходят, на самом деле стресс не настолько плохой, как кажется. Плох он в обычной жизни, а в боевых действиях он их спасает. У вас поднимается давление, у вас увеличивается, ну, намного лучше поднимается, да, у вас пульс, давление, да, у вас улучшается зрение, потому что организм, ну, мы не будем забывать о том, что люди – это все-таки как бы млекопитающие. И как бы нам от млекопитающих много чего досталось. Это адаптироваться быстренько по стресс-фактору. Лучше зрение, видеть, откуда будет происходить опасность для жизни. Абсолютная мобилизация. Мы спасаем жизнь. Стресс – это спасение жизни. Он не связан с психикой как таковой. Поэтому много кто не замечает, когда начинает рушиться тело. Вот и все. Давайте напомним номера телефонов в нашей студии. Это 32-29-78. Можете звонить, получать консультацию от наших экспертов, которые каждую пятницу в студии Радио Майдана готовы это делать на протяжении 3 месяцев. Собственно, возвращаясь к нашему разговору. Итак, основная задача выходит привыкать снова к гражданской жизни и к тем вызовам, которые эта гражданская жизнь ежедневно, на самом деле, адресует не только военнослужащим, но и всем нам. Но военнослужащие, возвращаясь из особенных условий, более болезненно, что ли, воспринимают вот эту бытовуху, да, эту рутину, к которой мы, по сути, уже все привыкли. Правильно? Они с собой привозят уже багаж небольшого стресса или большого, ну, мы не можем... К которому прийти, присоединяется, да? Вот еще то, присоединяется все, что здесь, вот это, да. Ну, как-то по каким-то причинам не решается. Хорошо. Есть мнение, и об этом пишут в открытых ресурсах, собственно, в рамках которых обсуждаются вот проблемы стресса, военной травмы там и так далее, который звучит примерно так, что не всегда человек, который возвращается из зоны боевых действий, он возвращается с психологическими потерями, а зачастую приезжает, наоборот, с каким-то таким, ну, назовем это, что ли, приобретением, да, то есть он начинает по-другому смотреть на свое бытие, да, он начинает по-другому смотреть вообще на окружающий мир, начинает быть более, что ли, терпимым и наслаждается жизнью как таковой. Вот как вы к этому тезису отнесетесь? Имеет ли он место быть? Конечно. Так оно и есть. Был у меня один, ну, на консультации, да, скажем так, человек. Я с ним пообщалась. Не нужна абсолютно помощь. Я хочу сказать, многим и не нужна помощь. Я бы сказала, нужна помощь людям, которые разъяснить, как общаться вообще с людьми, которые вернулись, да, этой категории. Им помощь не всем нужна. Особенно уже сейчас. Это вот когда в 2014 год это был стресс действительно. Сейчас они уже возвращаются, да, да. У них, ну, стресс, что когда-то первый раз происходит. Когда это происходит уже не первый раз, да, это уже второй, третий, четвертый, это уже входит в картину мира. Это уже есть, они уже знают к себе все. Есть уже опыт, есть уже модель поведения. И они знают, как себя вести, это уже стрессом не является. То есть то, что заложено с детства, этот человек, он мне так рассказывал, он, дедушка его научил ходить на охоту, и, там, на рыбалку. У него все эти навыки он там применил. И он, ну, вернулся совершенно здоровым. То есть, ну, были, да, какие-то моменты, но, в принципе, человеку не нужна психологическая помощь. И они меняются однозначно, они возвращаются другими. И в плюс можно, если человек не может найти этого плюса, когда, который он вернулся, тогда нужно обратиться к психологу, он найдет, что он приобрел. Может быть, внимание, да, улучшилось, переоценка ценностей. Он научился что-то делать там хорошо, то, чего он не умел делать, и как это применить можно здесь. Ну, и, может быть, опять же, начинает по-другому ценить и свое окружение, да, вот там дети, внуки. Жизнь там, дороже далее, своя, да, становится. Друзья. Кто осознает, жизнь дороже становится им. Кто не осознает, немного, конечно, чуть хуже, потому что для некоторых этот этап наступает чуть позже. Почему? Самое страшное, что бывает после стресса, то есть мы говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве, либо же развитии. То есть, ну, развитие, оно намного реже, то есть многие люди как бы тоже после войны становятся более развиты. То есть направление бизнеса, деятельности, семьи, чего угодно. Они наслаждаются жизнью о том, что она есть. Одно дело война, другое дело, когда ты в мирное время, и ты просто рад тому, что у тебя есть. Мир не настолько коварен и плох, как кажется. Он намного лучше, намного красивее, но многие этого не замечают. Вот здесь происходит развитие. А вообще худшая стрессовая составляющая – это посттравматическое стрессовое расстройство. Это вот именно оно уже, когда оно нагнетает, оно тебя уже догоняет здесь, не там, а именно здесь.
будем говорить военным языком, оно грузит. Кому повезет, 15 дней, 30 дней, 4 месяца, 5 лет, кого-то будет это, говорить военным языком, грузить всю жизнь. То есть момент, пока вы не переборете его и не возьмете как свой опыт в багаж знаний, опыта, навыков каких-то, пока вы не осознаете о том, что это уже было, произошло, и оно ваше, то, что вы взяли, это ваше. Если вы не найдете нишу, как это использовать на позитивную систему, то есть у нас чаша весов очень проста, либо на плюс, либо на минус. Не будете находить плюсы, минусы будут. Будете находить минусы, и они вас будут угнетать. Минусы, кстати, запоминаются намного лучше. 2-3 они будут запоминать. Десятки плюсов можно не заметить. То есть мы не замечаем мелочь, которая приносит радость наибольше всего. Но вот эти моменты мы запоминаем. Причем негатив запоминается всегда. Когда ребенку бьют по руке, он запоминается одного раза, что не стоит этого делать. Когда его гладят по голове и говорят спасибо, ну, не с первого раза это понимают. Ну, хорошо, это хорошо. Но если ты уже говоришь за ПТСР, то, в принципе, когда ПТСР человек этого не понимает, то, конечно, нужно обращаться к специалистам. Но это могут понять его родные, вот которые рядом с ним? Что вот да, это если оно. Он смотря, делится, если было. Он делится, он рассказывает, что с ним происходит, да, тогда можно обратиться вот в центр реабилитации, это в Компас, угу. И... Там будет консультация, и там все будет. Хорошо, для каких-то профилактических действий, что вы посоветуете, вот если уже говорить про этот ПТСР? Да, вот? Давайте до него. Угу. Первое, с чего начать, это дома должен быть уютный быт, свежий воздух. Задача хороший. Семьи, да? Вот, семья создать максимальный комфорт. Быт. Да, угу. Комфорт, именно мы говорим материальный комфорт. Это то, что окружает. Не общение, про общение мы позже поговорим. Угу. Мы говорим о составляющих обычной физиологии. Чисто, уютно, свежий воздух, прозрачно. И здесь добавляем все, базовые потребности. А далее мы уже перемещаемся уже к общечеловеческим нормам, да, которые это общение, социум, да, мы общаемся, мы востребованы. Востребованность – это самое важное. Когда они нужны, и они понимают, что они не зря туда ездили, так получилось, что они выполнили какой-то долг, кто-то больше, кто-то меньше. Единственное, что мне не нравится отношение в нашей стране, да, то есть мы начинаем мериться, кто больше, кто меньше, какая разница, противник один, угу. Мы просто… большой великой семьей, да, украинцев, пытаемся побороть своего врага. То есть мерятся, кто больше съездил, кто меньше, кто какие задачи понял. Это самые глупые поступки, которые совершаются. Особенно, когда меряются экскурсии в Донецкую область. Кто-то поехал, побыл, приехал, и потом начинают с действующими кадрами военнослужащими, либо с уволенным в запас, начинают меряться, они обижают друг друга. Не стоит все... делали позитивную работу. Это большой плюс для всех. А уже там видно будет, кто больше, кто меньше. Этого не стоит этому уделять внимание. Угу. Это был этап. Год прошел, 365 дней, он закрылся. Вот это и есть выполнение задач. Год у всех, все работали на результат. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, это не имеет значения. Результат есть или его нет. Но судя по тому, что к нам враг не пришел сюда, в дом, наверное, результат все-таки есть. Им стоит гордиться, потому что та армия, которая была у нас на 13-12 год, и которую мы получили с 14 по сегодняшний день, ну, я думаю, такого быстрого роста у нашей армии не было даже со времен старого государства Советского Союза, когда они попадали первый раз там, в Афганистан, кто как развивался. Здесь мы шагнули намного выше. Это большая заслуга, я думаю, больше украинского народа. Поэтому мы говорим о стрессе, который надо замечать уже дома, но очень тяжело заметить. Те, кто... кадровые военнослужащие, там легче, они меньшую фазу проводят за пределами дома, и можно проследить. А когда человек приезжает через год после мобилизации, ну, родным очень тяжело поставить на чашу весов. Конечно, он изменится, конечно, он будет более грубым, потому что его организм будет защищаться, он будет всегда следить за всем, он будет, ну, прямо говорить, он будет подозрительным ко всем людям. Нервно реагировать. Конечно, он не доверяет, здесь чуть-чуть, не все, более да, грубым, то есть мы говорим редко, более грубо. Более грубо мы тоже, потому что эмоции там проявляют, да, это опасно. Угу. Делается то, что не опасно там. Не опасно, то есть быть вот таким вот. И таким он возвращается. И он здесь защищается, потому что он если остается, он ослабится, да, на он него там зажался, он выработал новую модель поведения там, потому угу. Что это значит, он живет, он может воевать, он может выполнять задачу, потому что эмоции там вредят, угу. Таком вот, как у нас, да? Да, он мужчина там стал, даже если им не было. Вот там он становится мужчиной. Мужчина это грубый, и он приезжает, вот опять же, без этих эмоций, без каких-то вот факторов, это все включится. Вот. Терпение семьи, да, вот. То есть семья понимание. Ожидает, что он станет таким, как прежде, вернется. Вот буквально вот так не ну, стоит, наверное. Даже никто, наверное, у нас еще хуже, у нас родные еще считают, что это он виноват в том, что он такой приехал. Это он виноват, это он пьет, это у него крыша потекает. А фактически это созданные стресс-факторы вокруг него, которые, ну, мы говорим, будем говорить прямо, да, государственный строй у нас
переживает перемены, невозможно, возможно, лучше, возможно, не лучше, то есть все по-разному. То есть здесь есть государство, здесь есть люди, здесь есть уважение. Люди стали более черствы. Вы не заметили, как вот вы приходите в магазин, а вам хамят просто с дверей, потому что вы туда просто пришли. Ну, просто потому что вы зашли, попали под горячую руку. И так 70% времени. Особенно 17-16 год. Вы куда-нибудь не зайдите, вы в любом случае можете просто нарваться на хамство, просто потому что народ стал более грубым. Да, все стали грубы, потому что все контактируют. Так происходит. У каждого в доме горе. Не у каждого оно есть. Многие, кто воспитан более профессионально, да, преподаватели, да, педагоги, они как бы, ну, как с молоком матери, они как родились сразу преподавателями. Вот так вот они всю жизнь мягкими идут, да, в большинстве случаев, да. Есть кто-то более строго к этому относится. Но те, как кто, же эмпатия кто, и все то, что, собственно, должно прививаться, да, и развиваться. Да, должно. Но вот сейчас, когда это все происходит, и оно все со всех сторон сжимается, и народ грубеет. И получается, отношение к ним, как бы, уже менее востребованы. Конечно, это будет обида. Люди туда ездили не для того, чтобы здесь им кто-то там в маршрутке кто-то высадил. Или льготы не мог 2 года оформить, потому что справочку никак не приедет. Это, кстати, от государства проблема. То есть оно находится уже здесь, оно же не на оккупированной территории. Человек убывает зону боевых действий, вы уже знаете, что он убыл. Вопрос, почему не сразу приступить делать на него документы? Нет, если приедет, ну это если, это вообще, то есть вот если, это самое лучшее наше вот состояние. На потом, то есть нет счастья лучше, чем у украинца потом, да? То есть вот потом приехал, а потом еще год ждешь. В это время маржа на коммунальных услугах оседает в чем-то кармане, и это травмирует. Люди начинают грубеть, денег не хватает. Продукты, я, кстати, вам скажу, тоже не особо. Если у нас будет, мы будем питаться не самыми лучшими продуктами, не самым лучшим теплым помещением тоже сидеть. Тоже, безусловно, составляющая здоровья. И все конечно, люди, получается, питания. Общество, все, будем говорить, сейчас не то, что устает, крепнет так капитально, материально. И тут как раз приезжают люди сюда. А уезжали-то они, здесь было положение много лучше. Люди уже так вот, еще и атошники. То есть им уже и так кислород перекрыт. Здесь приезжают люди, и они встыкаются не с пониманием, а с людьми, которые тоже здесь травмированы, тоже получили стресс, материальный, причем хороший стресс. Я думаю, мы все ощущаем сейчас, как мы живем, да? Я не знаю, мы живем уже в Европе, судя по коммуналке, я это замечаю, да? Это многие, наверное, уже ощутили. Да. И создается так, что они приезжают, и их не слышат погладить. Мы должны послушать тяжелее. Нашего слушателя и зрителя. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Тема такая у вас интересная, про бытовые какие-то проблемы, там. Ну, не общения. Только бытовые, стресс в том числе. А вот стрессы, да, верно. Ну, про гормоны стресса более интересно. Ну, адреналин, как бы, ну, не очень важный гормон стресса. Быстро разрушает, ну, достаточно быстро. В чем вопрос? А вот кортизол. Его влияние на стресс, да? Каких-то агрессивных медикаментов. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Он понятен? Вы про кортизол, я про допамин. Так, ну давайте, я, коллеги, отвечайте. Я не медик, но они в смеси кортизол и адреналин, они вместе дают во время стрессового. Угу. Выбрасывается кровь. Это смесь. Угу. То есть отдельно я не медик, я вам не могу рассказать, да, что делать отдельно кортизол. И... А вот в этой смеси они выбрасываются. И люди... Есть такой момент. Каждый раз при стрессовой ситуации выбрасывается в кровь вот эта вот смесь, да? Угу. Человек возвращается. И потребность выброса в кровь этого вот адреналина с кортизолом остается. То есть это зависимость какая-то формируется, я правильно понимаю? Ну, это же повышается вот это вот все состояние, да, вот такое вот идет возбуждение. И можно начать провоцировать ситуацию, скандал где-то, потому что чтобы опять выброс был вот этот вот при ссорах, при скандалах, кому-то нагрубил, вот чуть-чуть какой-то уровень стрессовой ситуации, выброс идет обратно. И вот, вот люди это могут... можно и в футбол, это мы, это и в положительном, и да. В теннис. Но, вот, да. Но люди же знают, что то же самое происходит и в положительном моменте. Это тот же рафтинг, да, это футбол, это какие-то эмоциональные... Рафтинг вот, дороже, на самом деле. Игры. Ну, люди разного уровня, то есть да, можно самим, то есть какие-то эмоциональные, положительные эмоции тоже можно вот... получить и тоже выброс такой же самый. Uh-huh. И получается, это та же самая реакция организма. Организму все равно что. Но его, ну, оно это требуется. Как, каким способом оно будет получено, не имеет значения. Да. Uh-huh. Я как бы считаю, что кортизол у нас, да, вырабатывается за счет чего? За счет функции головного мозга. Это первых несколько минут. В основном 2-3, ну, может быть, 5-7, кому как повезло. Да, мы как бы не будем
с медиками, я думаю, они тут лучше разбираются, да, кортизол. Но организму этого не хватает. И дальше у нас начинают работать надпочечники. Адреналин, норадреналин. Почему? Потому что организм начал защищаться, через 2 минуты батарейки сядут, если адреналина в крови не будет. На кортизоле далеко никто не плывет. Далее, со временем нарушается выработка допамина. И мы получаем агрессию. Вот допамин отвечает конкретно за агрессию, агрессивное состояние. То есть, либо его увеличение, либо его падение ниже нормы, оно вызовет нам агрессивное состояние. То есть, фрустрирующие элементы, да, которые, то есть, стресс накапливается, потом начинается, что человек понимает, ну, перейдем на человеческий язык, да, человек понимает, что он пришел к стенке, да, которую не может переступить, обойти не может, он считает, что он в загнанном углу, да. То есть, мы говорим, вот, то есть, вот на таком языке я объясню, что такое фрустрация. Да, человек чувствует, что он уже загнан, и у него дороги назад нет, а сил преодолеть преграду нету. Вот в этот момент один из факторов, это вот именно допамин, его уровень начинает скакать, и человек становится либо более апатичным, либо же более агрессивным. Вот и все. Угу. Я надеюсь, мы ответили на вопрос нашего слушателя. Кортизол, адреналин, да, допамин. Хорошо, возвращаясь к нашему разговору и, собственно, к тем событиям, что происходит вот, да, уже на гражданке. Скажите, вот как вы рассматриваете тезис, который тоже был озвучен, и, кстати, это эксперты американские, что общественные организации, общественные активисты вот, должны, собственно, если они уже заняли такую нишу, работа с военными, волонтерство и так далее, стараться продолжать работать с военнослужащими и после их возвращения оттуда, из территории, где происходит боевые действия. Я говорю, надо, но для того, чтобы... И как это реально на практике? Мы говорим о нашей стране, да? А? Смотрите, да. Все хорошо, мы все волонтеры. Какого направления общественности? Нет, мы говорим о реабилитации. Конкретно о реабилитационном секторе, да. То есть, все, вот... все прекрасно, мы все волонтеры, абсолютно. То есть для того, чтобы быть хорошим волонтером, реабилитологом, надо для этого иметь свой бизнес в этой стране. Потому что на минималку 3200 вы даже не сможете себе позволить поездку в Киев хотя бы раз в квартал, так, пожить 4-5 дней на обучение. Минимум, если вы едете на бесплатный курс на недельку, минус 2, а зарплата 3200. Психолог получает на самом деле зарплату как учитель, причем не с супер там, методистом, выслуга 50 лет. Да? Мы говорим не про классный курс, просто обычный среднестатистический учитель, угу. Психолог и уборщица. Все одинаково получают хорошую зарплату 3200. Вот как-то так. Но государство все предусмотрело, и оно живет по старым... Ну, то есть мы говорим о декоммунизации, но мы от совка до сих пор не отойдем. Механизм такой, началась война, людей по штату поменяли, все перебрали, а война-то не пришла в Кировоград. Поэтому кто добавит нам штатные единицы психологов? Никто, их вообще не подразумевалось, пока граждан, ну, пока не образуются у нас общественные организации. Потому что по другому финансированию вы не сможете получить. У нас нет должности психолога, они не появляются, потому что АТО – это не, у нас не военное положение. Это АТО, и оно на Донбассе, там, может быть, психологи появятся. А здесь, ну, если вам так угодно, пожалуйста. Если хотите. Да. Если вам так надо. То есть, по сути, а денег есть нет. Уже волонтерство и общественное, да, движение. Да, волонтеры есть, батарейки садятся. Я думаю, нас еще хватит на пару лет. Ну, потом, надеюсь, может быть, военнослужащие как-то там скажут, что пацаны, надо и девчата продолжать. А реально не за что. Вы приходите домой, так счет за коммуналку 2000, так, о, волонтер, прекрасно. Поэтому это, мы говорим, не прихоть, никакая ничего, это просто душевные позывы. Кармический долг. Бесплатная работа для того, чтобы люди, которые к нам приезжают в наш город, не рушили сами, не рушили их семьи. Почему? Я вам скажу на своем личном примере. Почему этим занимаюсь, да, я? Почему, собственно? Почему? Того, потому что мы... сказать, здравствуйте, я волонтер. Да, здравствуйте, я хочу бесплатно оказать вам какие-то, допустим, услуги. Я не говорю помощь, потому что эти люди не беспомощны. Они намного сильнее, чем те, которые оказывают им помощь. Как физически, так, возможно, по моральному духу. Как возможно. 100% они намного сильнее, намного лучше и больше видели. Теперь вот ситуация. Начинаем работать. Приезжает к нам сюда война. Получается, у нас конфликт какие-то. Да? Военнослужащие наши убывают за пределы гарнизон. А их дети и жены здесь самые беззащитные. Они не могут за свою одну зарплату чего-нибудь. Поверьте, за боевые они очень с большими задержками приходят. Люди эти деньги получают. Вы вроде бы за 1000 гривен в день воюете, да? Ну, как нам рассказал Порошенко, да? Угу. Ну, я не хочу говорить о Порошенко, говорим, наш президент, да? Угу. Вы поехали,
побыли там 2 недели, вот вам 14 тысяч, но получите его через год или через два. А семье намного легче. А жена здесь сама будет решать эти проблемы. В садик, в школу. Проблема есть самая большая на сегодняшний день – это питание детей военнослужащих в школах. Вы представляете, что такое за год натикает, а вы пока справочку не принесете, а справочки же никто не дает, у нас дается корочка ОБД, а вы принесете только через год после того, как приехали с войны. Плюс вы еще воевали. То есть 2 года ваша супруга с вашим ребенком мучается. Получается, люди, которые нас сейчас защищают, их семьи самые пострадавшие, фактически. Угу. Это такая вот моя личная обида, как бывшего военнослужащего. Ну, бывших, наверное, не бывает, то есть в прошлом военнослужащего по контракту. Мои коллеги, их семьи рушатся в то время, пока мои коллеги защищают нашу землю. Ну, нелогично. А другие в это время выдают землю, а ее можно давать всем, не только атошникам. А так раз, вы зайдите на кадастровую карту, лесопарковая закончилась. В этой связи, собственно, зная о том, что происходит, зная об этом комплекте проблем, каков порядок действий? Слава Богу, у нас есть много громадских организаций, которые что наших можно власть начинают, слава Богу, шатать и спрашивать, господа, а у нас как-то что-то происходит. У нас растут небоевые потери. У меня вопрос это к кому задать? СБУ. Полиция, ну хоть милиция, хоть пластмассовая, ну как угодно вы ее называете, но работа одна и та же. Человек заступает на 10, за 10 тысяч, работает сутки через трое, 8 дней поработал, другой за то же самое, за те же 10 тысяч, только за 7. 30 дней был на войне, а быть более правильным не дней, а суток, не 8 часов в день. Они все время там под угрозой, да? Оп, СБУ, милиция. Начинаем там горсвет, тобусвет. У нас везде, где угодно, все происходит. Но мир рушится, никто не обращает внимания, что у нас каждый месяц небоевые потери растут. Там подрыв, там суицид, там металлолома привезли. А за металлолом это вообще отдельный спрос. Почему этот металлолом к нам сюда приезжает? Честно скажу, когда военнослужащий попадается с оружием, я его не жалею. Я считаю, что ну так получилось, ну попал, положено так. Оно здесь не должно летать. Но с другой стороны, мы должны к этому всему создать условия, чтобы этого не было. Они рушатся не по своей инициативе, не по своей просьбе они туда приехали. Да, были у нас добровольцы, они хотели как лучше. Но они столкнулись с тем, что у них тыловая часть, тыл, не закрыт. Спереди враг, а сзади приезжаешь почти такие же, если честно. Вот, честно скажу, я на стороне военнослужащих. Угу. Ну, у меня по духу, ну, это наверное, и логично. Вы, да, наверное, вы с ними работаете, да, ну, вы знаете их проблемы. За деньги работы, у меня кармический долг, я имею право, наверное, защищать их. Ну, вы были военнослужащие в том числе, да. Поэтому понятно, почему вы с ними. А, коллеги, остается, к сожалению, 1 минута. А, давайте напомним еще раз телефон нашего эфира и напомним, что мы каждую пятницу в режиме прямой эфир принимаем ваши звонки, ваши вопросы. Не успели к нам дозвониться, пожалуйста, находите компас, он находится на базе Кировоградского областного госпиталя для военнослужащих. Найти достаточно просто и легко. Спрашивайте, где компас, вам подскажут, приходите, разговаривайте. Поверьте, зачастую достаточно просто прийти с кем-то поговорить, чтобы, может быть, получить какой-то ответ, какой-то знак, какую-то подсказку. А все ответы на самом деле у вас уже есть. И все, на самом, деле, на самом деле все гораздо симпатичнее и светлее, чем вам кажется. И достаточно жизнь наша действительно ярка и позитивная. Просто нужно услышать, может быть, об этом от кого-то. Кому тяжело найти, мы поможем. Однозначно. Хорошие, красивые краски этой жизни. Да, и, наверное, давайте проанонсируем тему нашего следующего разговора. Все же есть желание поговорить об арт-терапии, о том, как этим пользоваться, что это за зверь такой, с чем его едят, кто может этому научить, как это вообще можно на практике делать дома. И, собственно, всем, кто этой темой будет заинтересован, пожалуйста, опять же напомню, в следующую пятницу звоните нам, мы будем с радостью с вами готовы общаться. Ну и, собственно, по несколько слов напоследок, буквально очень коротко, меньше чем минута. Все будет добро у всех. Питание тикаколой. Прошу, Юля. Я желаю, чтобы все, кто даже стесняется или не стесняется, кому нужна, приходите в госпиталь, вам там всегда помогут. А кто может оказать помощь рядом, оказывайте. В праздничные дни работать будете? Будут, если будет вопрос, если позвонят, то будем. Конечно. Хорошо. Собственно, длинные такие выходные нам грозят. Это суббота, воскресенье, понедельник, вторник. В этой связи, может быть, найдите время для себя, придите, позвоните к специалистам, поговорите спокойно, без суеты, и измените вашу жизнь и жизнь ваших близких к лучшему. Це був радіо Майдан, канал Кіровоград. Все змінюється на краще. На все добре.